коллеги, вашему вниманию представляем пресс-конференцию после матча «Океан» и «Евпатория». С нами главный тренер Керченского «Океана» Лещинский Олег Станиславович. Олег Станиславович, расскажите, пожалуйста, нам о матче. Хорошая игра. Две команды, которые находятся рядом. Четвертое, пятое место, которые бьются. У каждого свои задачи. Но я думаю, прежде это всего наиграть составы и дать бой тем лидерам, которые у нас есть в чемпионате. Первый тайм играли с преимуществом, было ряд моментов, которые не реализовали. Во втором тайме та же самая проблема, что и с Ялтой. Забили гол и начали играть от обороны. То есть пока мы не можем ребят настроить на то, что надо играть после забитого мяча так же, как играли до этого. Так всех поблагодарили, все работали, все сражались, все знают, зачем они сюда приехали. Поэтому поблагодарили ребят, сказали им спасибо. Результатом довольны, игрой есть что улучшать. Можете прокомментировать то, что Щербак сегодня был в основе? Ну, это обычная ротация состава. Что здесь комментировать? В прошлой игре играл Челси. Против Манчестера Юнайтеда Ибрагимович не попал в состав. Это что, проблема какая-то? Я не вижу в этом проблемы.